Добрый день, дорогие друзья! Давайте вместе с вами попробуем дать второй шанс вот этому тюменскому лосяре, который пришел вот с такими показателями, вот с такой плотностью. Видно, да? Ну, плотность, грубо говоря, один. Вода. Это во всех банках. Не буду вас, как говорится, задерживать, отнимать ваше время драгоценное. 7,3 вольта. Ну, батарея где-то стоит час уже. Давайте еще раз замерим. Блять, как же мне вторую руку, блять. Блять. Вот, уже 8 вольт. Уже 8 вольт по мере отогрева. Повышается напряжение. Но 8 вольт это тоже. Так, на батарейке 1 градус тепла. И с чего начнем, друзья, работу? При такой температуре работу начинаем с обыденного отогрева. Отогреваем батарейку хотя бы до 10 градусов. Как только отогреем, сделаем замер еще раз напряжения и начнем работать с этой батарейкой. Попробуем вместе с вами ее обслужить. Буквально пару часиков батарейка постояла и прогрелась. Вот, видим, 15 градусов, почти что. С этой стороны 16. Пойдет, в принципе, можно начинать работать с этой батареей. Рабочий день у меня заканчивается, поэтому мы берем этого лося за рога и тащим в стойло. Вот так вот. Так, куда нам его пристроить? Нам нужно, чтобы эта батарейка получила основной заряд, так сказать, абсорбацию, наполнить ее зарядом и наполнить. Начало этого заряда должно быть для нее безболезненное, поэтому ставим сюда и работать будем на свободном китайце. Так, подключаем крокодилы. Ага, зарядник не видит это напряжение у нас. Так, ну давайте сделаем замер. Вчера делал диагностику, и была такая паразитка, что аж сгорел у меня один из проводов. Так, что мы видим после прогрева? Блять, нихуя не видим. Так, вот так вот. Ну, 7,48, в принципе, 7,3 после отогрева. Напряжение у нас даже чуть-чуть упало, было 8 с копейками. Так, включаем зарядник и смотрим. Да ёперный театр, блядь. Ладно, сейчас отвечу на звонок и продолжим запись. Итак, включил буквально на одну минутку, чтобы у нас появилось напряжение. И теперь нам нужно это зарядное устройство. Так, давайте включим его.
позвонили и включил и отключил. Так, зарядное устройство переводим на мотоцикл, в режим мотоцикла, чтобы ограничить нам зарядный ток 1,5 амперами. Сейчас посмотрим по динамике, как будет набираться напряжение, если оно достигнет 13 вольт, в чем я очень сильно сомневаюсь, за 1,5 часа, то значит переключим в режим автомобиля. Ну вот, как видим, напряжение очень быстро подгребло к 13. Мы будем мониторить. Напряжение сейчас должно у нас снизиться до минималок. До минималок. Вот, видно, потихонечку пошло снижение. Уже 12,7. Давайте следующее включение записи сделаем, как 12,6, как наш зарядник подгребет к минималкам, и уже оттолкнувшись от этой минималки, продолжим нашу работу. Понаблюдаем за динамикой принятия заряда этой батареи. Бля, ни одного мата не сказал. Красава. Спустя ровно час напряжение у нас снизилось до 12 вольт. Так как сейчас я собираюсь до дома, до хаты, в этом режиме я оставлю батарейку до утра. Пусть потихонечку наполняется электричеством. Вернее, электрическим зарядом. Пусть потихонечку пластиночки наши освобождаются от сульфатиков. Ну, а я сегодня выйду, наверное, часов 6. И, может, застану какого-нибудь запоздалого шиномонтажника. Да перекину свои колеса. Надо переобуться. А то что-то на летней по снегу не айс кататься. Ладно, посмотрю, может, еще одно включение сделаю сегодня, а может быть и завтра утром. Друзья, ситуация следующая. Вот наш лосяра простоял практически всю ночь и практически до обеда. Оставил машину на шиномонтажке с утра, чтобы переобули ее. Пришел в гараж, и меня обрадовали, что у меня наебнулся холодильник дома. Вот пришлось организовать покупку оборудного, пока свой не отремонтировал, потому что, чтобы продукты не пропали. Привез, доставил холодильник. И вот у нас, что мы видим с тюменским лосярой. На 1,5 амперах он дошел до 12,9. И поэтому мы ему чуть-чуть дадим под хвост. Вот так вот. Вот таким образом. И пока будем работать на этом китайце. Вот 7,9 ампер. Сразу полетело. Напряжение резко начало расти. И это зарядное устройство, с одной стороны, оно хорошее тем, что автоматическая, и как бы можно оставлять без проблем на ночь, но плохо тем, что оно заряжает по напряжению. Я по напряжению заряд как бы по отношению к каким-то проблемным батареям не приветствую. По отношению к новым батареям, да, по напряжению хорошо пролазит. Таким потрепанным батарейкам все-таки заряжать их желательно по току. Так, обход сделал, настроил свои зарядники, батарейки в работе, и сейчас должны подвести
тоже большую, не знаю, большую, небольшую, но партию аккумуляторов. И продолжим наш рабочий день. А, бля, уже обед. Пора уже что-то готовить на перекус. Можно, конечно, перекусить и кусок медной проволоки, но не с моими зубками. Ну что, наш тюменский лось общается с китайским аунтозух, блядь. Уже порядка 4 часов, да не порядка, а 4 часа. И, как видим, напряжение потихонечку подгребло до 14,5 вольтов, а ток на отметке 2,2 ампера. Сегодня у меня целый день гости, глотают кости, и не было момента снять продолжение нашего кардебалета. Ну, а в принципе, что снимать лишнее. Так, давайте для тех приверженцев, блядь, 14,8 вольт, которые бьют себя в грудь и рвут на жопе волосы, что можно 14,8 вольт поднять плотность. Давайте заглянем. Почти 14,8 вольт мы нагнали. И вот такая плотность у нас. 1,13. Но для тех, кто пинает меня за то, что я, блядь, одну банку открываю, найти вам еще одну. Посмотрите. Ёперный театр. Такая же самая песня, такая же самая коляска. Все банки открывать не собираюсь, не хочу удлинять ролик, потому что я думаю, он у нас и так получится очень длинным. Вот такие у меня пациенты. Этому нашему лосю не скучно. Вот у нас сколько тюменок здесь. Вот 2 190-х. Вот раз, два. Ну, компания хорошая. Это очередной наш пациент из кучки вот таких пациентов. Вот. Что у нас здесь еще есть? Вот такие 230-е бандуры. Мне чуть не обкекался, пока заткнул их туда. Так, вот еще тюмень. Но это тюменский не... А, блядь. Заева. Тюменский не тот, который с лосем, а какой-то тюменский спиртзавод, походу, делает эти аккумуляторы. Скорее всего, мое предположение, что они пиздят корпуса с завода и собирают где-то рядышком. Улица практически та же, только наклейки другие. Корпуса очень схожи с лосем. Но параметры, которые заявлены, конечно, батарейки не вытягивают. И количество пластин меньше, чем в оригинальных тюменских батареях. Так, ну ладненько, пока прекратим. Сегодня, наверное, запись включать больше не буду. Будет стоять на китайце. Будет он, этот наш лось, дружить с китайцем до завтра. И завтра по приезду опять сделаем замеры и посмотрим на утреннее впечатление от этой батарейки. Ну вот, друзья, индюк думал, да суп попал, так и я. Думал, что оставлю на ночь на вот этом аунтозух, блядь. А он решил включить нам офф.
выключил заряд. Вот это вот и есть основной недостаток вот этого зарядного устройства, что оно вот так вот резко может закончить заряд, так и не доведя его до конца. Ну, в принципе, как предзарядное устройство пойдет, хороший буфер на нем, 13 с копейками вольт, 13,5, 13,6. И поэтому, что мы сделаем? Время 7 час. Сейчас вот сделаю еще обход. Так, надо кое-что отключить. Кое-что оставлю на ночь. И мы сделаем вот такую рокировочку. Так, где наш, блядь, больной друг? А, вот он. Отключаем от этого зарядного и подключаем прекрасный китайский аппарат, который наполнит нам, который очень хорошо делает абсорбацию до практически предела. Вот он, смотрите, тот закончил, вот этот хмырь. А вот этот AG618F начал с 3,5 ампер. И вот херачить он, я думаю, будет до самого утречка. Так, ну не будем затягивать ролик. Давайте проживем до утра и утром продолжим нашу киноэпопею. У всех нормальных людей выходной суббота-воскресенье, как правило. Ну, а у ненормальных, у аккумуляторщиков в понедельник. Вот сегодня устроил себе короткий выходной до 12 часов. Сейчас приехал, раскидал своих питомцев по местам. Пусть набираются сил, здоровья и питания. Наш тюменский рогатый друг простоял на китайце. Не смогу сразу посчитать, сколько времени. Ну, время уже первый час. И как видим, ток у нас по нулям. Давайте первым делом замерим плотность у этой батарейки. И плотность у нас выросла, подросла до 1,18. Нет, 1,17. Плотность 1,17. Сейчас снимаем крокодильчики, даем батарейке 2-3 часа отстояться, потому что все мамки заняты, которые могли бы его сейчас накормить, 57-е. Как только освободится какая-то мамка, запитаем, а пока пусть отстаивается, пусть немножко наш лосек отстоится. Итак, снимаем крокодильчики от Сидова и кидаем на наш лось, на нашего лося. Цепляем ему рога и будем определять напряжение окончания заряда, до которого дойдет. Ага, вымпел не хочет отсечку делать, под заряду окончен, поэтому отключаем, ставим. Так, вот как видим, НРЦ 13,5 вольт уже больше часа стоит. Так, 3 ампера. Включаем вымпелок. Ох, как он хорошо гребет, а. Забыл сказать, что этот лось у нас кальций-кальций и 20-го года. Ну, посмотрим, как он будет у нас развиваться. Да, Шара?
Буквально моментально батарея долетела до 16,8 вольт. Это много, многовато, поэтому мы делаем ограничение либо по току, либо по напряжению. Ну давайте скинем напряжение до 16,5. И остается 1,8 амперчиков у нас. Нет, это, наверное, сделаем по-другому. Все-таки 17 вольт выставляем. И делаем ограничение по току. Вот так вот, 2,5. Два ампера оставляем и продолжаем работать с нашим лосярмой, с нашим лосем. Спустя 1:22 наш вымпелок нам подсказывает, что заряд окончен. Поэтому снимаем крокодилы и давайте после первого дозаряда замерим плотность. После первого дозаряда у нас плотность 1,20. Даже ближе к 1,21. Ну что ж, неплохо. Даем аккумулятору отстояться. А пока он будет отстаиваться, вымпел продолжит свою работу с вот этим ебиской, блядь, с которой я работаю уже третий день. Не третий, наверное, четвертый, блядь. Очень долго эта ебишка ездила с недозарядом, больше года, наверное, потому что она последний раз была у меня той осенью. И вот такая коляска с ней. Ага. Так, отключаем. Вымпел по-прежнему у нас показывает, что он заряд окончен. И продолжаем работу с ЕИБ-шкой. А лосяра пусть отстоится, пусть немножко подышит свежим воздухом. Вытяжки включены практически на всю мощность. Притяжная, вытяжная. Еще бы, блядь, выносную вытяжку, чтобы раз, и батарея сама вылезла с этого стойла. Ну что ж, продолжим работу. Полтора часа прошло отстоя. Поработал с той батареей. Времени остается до конца рабочего дня мало. И давайте еще один цикл сегодня сделаем. Что нам дал отстой? Ну, по-прежнему, как было. Между 1,20 и 1,21. Плотность такая и есть. Подключаем вымпелок. Пробочку закрываем. Так, НРС 13,3. Врубаем. Так, давайте 3 амперчика. Вот так вот выставим. И продолжаем эту нашу веселую работу. Друзья, как раз вот тот случай, когда три фактора, практически, ну, третий фактор я редко когда учитываю. Три фактора указали нам, что заряд следует прекратить. Первое – это падение напряжения на 0,2 вольта.
прошло 2:10 времени после начала дозаряда. Второй фактор, это вымпел нам подсказал, что заряд окончен. Наш этот лося разогнался до 16,6 сразу на 3 амперчиках. И третий фактор, это временной фактор. 2 часа 10 минут, который многие указывают, там, что надо вот 2 часа и отключать. Ну, батарея на батарею не сходится, об этом я уже говорил неоднократно. И вот все подгребло к тому, что на сегодня нам работу следует прекратить. Ну и время уже без 5:07. Ждал, пока добьются. Хотя еще вот парочку батарей мне надо циклы добить. Даже не парочку, а 3. И можно одевать зимние шлепки и херачить до дому. Так, ну давайте замерим. Отключим зарядник. Затушим бычок. Блять, куда его? Ой, ёп. Пельмецу. Затушим бычок и полезем в нашу кормушку. Так, давайте замерим плотность. Отключаем крокодил. Замеряем плотность. Ну и плотность у нас надежных 1,23. Даем поработать инерционному или инертному зарядику. И утром будем батарея холодная, практически не нагрелась. Ну, я думаю, так по ощущениям 25 градусов на ней. Дадим батарейке отстояться и завтрашний день начнем также с замера плотности и продолжим работу с этим тюменским лосярой. Вот если вы видите, здесь я произвожу балансировочку батарей, на одной из которых висела 12 вольт автономка. И балансировка практически подогнана. Сделал корректировку по плотности в этих батарейках. И вот у нас плотность вот такая была. И завтра, видимо, еще один цикл сделаю. Ну, здесь уже видно практически 1,27 в этих лосярах больших, взрослых. Тема сегодня не о них, но батарейки практически подогнаны друг к другу. Здесь также видим 1,27. Батарейки вот стоя и на балансировочке. Завтра еще один балансировочный дозаряд сделаем. Буду звонить клиенту и отдавать. Здесь у нас практически все готовое. Ну вот. Вот этот барсик, который сегодня привезли, я его заряжаю по напряжению на китайце. То есть, как видим, ток у нас сейчас упал до 6,8 ампер. Ну, можно добавить. Так, нет. Ну, где-то сделаем ампер 8 ему. Потому что клиент очень сильно просит. Вот так, 8 ампер, и батарейка будет заряжаться по напряжению. Здесь у нас батарейка заряжается уже по току, заряжалась вернее. Тоже вот этот тюменский медведь, это уже не медведь, а как бы суслик. Я их сусликами называю, тюменскими. Так, ну что, друзья, вытягивать ролик далеко не будем. Продолжим завтра. Ну что, друзья, давайте с утра начну свой рабочий день.
Свося, с нашего, замерим ему пульс, давление, проверим систему кровообращения. О, блядь, что-то... Нихуя себе. Одна банка-то мертвей. Ёб твою мать. А я в какой банке мерил, блядь? Одна банка мертвая, ёб твою мать. А, хуй там. А что это было, блядь? Вот это меня чуть не тряхануло, блядь. Вчера же мерил, блядь, эту банку. Итак, 1,23 уверенных. Да, 1,23 уверенных. Ну давайте замерим. Показатели нашим конвикам стоит с ним работать, не стоит динамику его обчухивания или очухивания. Так, у нас 550 амперчиков. Эта батарейка должна выкатывать, судя по обещаниям производителя, 92 по соху. Видим 13,04 НРЦ и 528 ампер. Пусковой, сопротивление 5,22. Продолжаем работу. Вот это у меня ориометр. Чуть меня не тряхануло аж, блядь, с утречка. Так, где наши крокодилы? Итак, видим 1,30. Контакт. И есть контакт. Ну что, погнали наших городских. Продолжаем работу. Прошло 1:26. И ВМПУ к нам подсказывает, дает подсказку, что заряд окончил на 16,6 вольтах. Поэтому отключаем клеммы. О, здесь у нас тоже заряд окончен. Перебрасываем их на других постояльцев, а нашему лосю даем отстояться. 2 часа, сколько там, 20 или 30 минут, сейчас вымпел нам покажет, сколько времени прошло с момента начала отстоя. Да, 2 часа 28 минут, короче, 2,5 часа батарейка наша отстаивалась. Сейчас у нас освободилась одна мамка, которая будет продолжать кормить наш нашего лося. После отстоя мы видим плотность 1,24,5, почти 1,25. Переключаем мамочку. Так. Накидываем крокодайл. И смотрите, какое НРЦ бешеное. 2 с лишним часа у нас тюменка стояла на отстое. И НРЦ 13,9, 13,8. Так, подключаем зарядник в сеть и продолжаем разгонять эту батарейку.
плотность, грубо говоря, 1,24, мягко говоря, 1,24,5. Ох ты, бляха, муха, а что такое? Что такое, что такое? Ёб твою мать. Что-то я перепутал, блядь. Так. А, конечно, перепутал. Конечно, перепутал. Вот этот вот, вот нам надо зарядник использовать. Конечно, перепутал. Так, отключаем пока от сети. Подключаем вновь и подключаем, включаем в сеть. Перепутал я, друзья, зарядник, вот он. Крокодилы перепутал. Ну все, погнали наших городских. Продолжаем нашу унылую работу. Час 19 прошло после заряда, после начала, до заряда, вернее. И ВМПОчик нам говорит, заряд окончен. Звонил хозяин этой батареи, уже температурит. С утра заезжал, сейчас звонил, нужна батарейка. Ну, как будто я ее эксплуатирую в личных целях. Ну, раз температурит, у меня разговор короткий, надо так надо. Возможно, придется отдавать ее. Объясняю, что плотность еще недостаточная, батарейка еще не заряжена полностью. Плотность, ну, грубо говоря, 1,25. Обычно я звоню клиентам, когда батарейка готовая. Но бывают и такие нюансы нашей работы. Так, ладненько. Сделаем следующее. Отключаем зарядник от сети и даем батарейке отстояться с подключенным зарядным устройством. Зарядка будет выступать у нас вроде в роли шунта, который будет потихонечку выкачивать поверхностное напряжение. И вот для любителей вот этих цикличных зарядов, которые я не переношу, это будет небольшое подобие этого, то есть НРЦ будет уменьшаться с помощью небольшой нагрузки, в которой выступит у нас непосредственно зарядное устройство. И подождем, пока оно упадет до 13,2, может до 13, посмотрим, как будет проседать напруга, и продолжим наш дозаряд. Потому что чует мое слабое сердце, что сегодня эту батарейку нам нужно будет отдавать. Ох, какая хуйня в этом мире. Мир. Так, 1,22, 1,23. Вот такие медведи. Ну, эту батарейку качали сами. Они сказали, что пытались, но попытки, хоть и не пытки, но у них ничего не получилось, не срослось с плотностью. И так, ну здесь у нас еще одной тюменьки тоже близится к завершению наш процесс. Так, пока даем отстояться батарейки хотя бы час. Ну вот, наш парнокопытный догреб до 13 вольт. Давайте попробуем включить зарядник. Он может и не пойти. А нет, пошел, все нормально. Еле пили, все нормально, обосрались все буквально.
Давайте попробуем сделать еще один дозаряд и посмотрим, что там у нас и как там у нас. Итак, друзья, в общей сложности мы провели на дозаряде чистых 2 часа, потому что час был отстоя, как видели на дисплее 3.05. И наш уважаемый вымпел подглядел, что у меня пятки горят до дома. Решил отпустить меня с Богом. С Богом, с миром, со всем прочим. И написал: заряд окончен. Давай, Олег Николаевич, чеши домой, блядь. Так, ну что, отключаем? Отключаем. Отключили. Так, друзья, сегодня замерим плотность. Показатели снимать не будем, потому как они будут некорректные. Сниму их завтра утром. Постараюсь приехать пораньше клиента, потому что клиент... У клиента тоже пятки горят, ему надо ездить, и нужна батарейка температуре. Ну, давайте замерим плотность. Твердые почти 1,26. 25,5. Ну, 26. Скорее всего, с утречка будет. Нет, не буду я загадывать, блядь, а то опять пройду. Так, давайте замерим температурку. Как видим, температурка 27 градусов. 25, 27, 26. Батарейка слегка тепленькая. В пределах нормы. Все чих-пых. Так, ну на сегодня достаточно, время уже 35.07. Одену зимние чашки и легким бальным танцем до дома. Итак, друзья, хотел приехать пораньше, но получилось почти как всегда, без 10, без 5 уже 10. И прежде чем заняться основной работой, давайте займемся творчеством. От работы творчеством, так сказать. Что мы имеем? Что же мы имеем? Имеем вот такую батарейку. '21 года. А я сказал 20-го, да? Ну, спиздело, ребята. 21-го года, которую привезли абсолютно высушенной. И клиент должен приехать с минуты на минуту, поэтому постараемся записать этот ролик быстрее. Так, плотность у нас на текущий момент 1,26. Конечно, я с такой плотностью практически не отдаю батареи, но, как говорится, хозяин барин, а у меня батя говорит, хозяин баран. Ну, чё ж, надо человеку ездить. Вот, в крайней баночке даже 1,25. Нужно было еще сегодня поработать с этой батареей, но придется отдавать. Давайте сделаем быстренько замеры по тестеру. И отдадим батарейку, как тут приедет клиент. Так, что мы там наделали с этой батареей? Хотел сказать, нахуй вертели. Так, обычная. И эта батарея у нас 580 ампер. А нет, 550. 550 ампер. Да? 93%, 532 ампера выдает. NSC 1284, 5.19. И чтобы поставить точки над и, над
моими предыдущими роликами. Давайте проведем замерчик еще тремя тестерами. Так, начнем с моего древнего друга. Вот такого БТ-360. Вне автомобиля. После зарядки. Нормальная ЕН. Так, 550. Здесь все по вернику, 570 ампер, оказывается, батарея выдает, 480 сопротивление, сок 98, сок 98. Но здесь соток нету в этом приборе. Следующий прибор у нас конвей, который поновей, 600-й, с более свежей прошивкой. Давайте посмотрим, что покажет он. Обычные 550, смотри-ка. 94. Ну вот, как видим, этот ближе к телу. 520 ампер. Пусковой, 1280 НРЦ, 5.31 сопротивление, друзья. Вот так вот. Ну и 870-й. Что нам скажет 870-й? Блять, ну батарея не полностью еще заряжена, друзья. С ней еще надо работать сегодня. Ну, повторяю, хозяин ба вне салона. Обычная КБ. ЕН 550. 95. Ну, честно говоря, блять, расхождение это небольшое. По НРЦ прям пиха в пиху. Где там 93, здесь 95. В принципе, друзья, я думаю, блять, вот на заряженной батарее я переживал, что я клиента буду обманывать. Ну, вводить в заблуждение, либо наебывать, что этот прибор, он будет показывать завышенные показатели при работе, после моей работы, и это будет не совсем правильно. Но сейчас я вижу, что этим прибором, в принципе, можно работать с ним. И расхождения не так большие, конечно, в большую сторону, что нежелательно, как бы. Привык работать с клиентами по чесноку. Ну, вы все сами прекрасно видели, друзья. Доброе утро. О, здравствуйте. Ладно, не ругайся. Ты за какой? А какая? О! Блин! А мы не... А там номер мой телефона. Какой номер? Не 30. 1560. На конце. Вчера ты позвонил, да, последний. Вчера ты позвонила, я на работе. Вот он. А, сейчас. Да, вот он, 3 восьмерки, 18:00. Ага, сейчас одна. Итак, продолжим. Был клиент, приехал за батареей. Продолжим окончание нашего ролика. Что хочу сказать, друзья, вот это то, что я объявил там сбор на камеру. В чем. В чем проблема или в чем фишка? Ну, я занимаюсь, это будем так говорить, творчество, делюсь опытом. С этого ничего не имею. И на текущий момент я за свои деньги не готов купить, не могу купить себе, вернее, не могу себе позволить приобрести. Сбор объявил, это опять же по просьбе подписчиков. Многие подписчики писали, давай скинемся туда-сюда, но
раз было предложение, очень благодарен друзьям, которые скинулись. Хочу сказать, что сейчас у нас 6350 рублей уже на счету лежит. Огромное спасибо Максу, Виктору, двум Вячеславам, Александрам двум, которые вошли в дело. Как только соберу на камеру, друзья, обещаю, что контент будет просто охуенный. Все будет в прямом, потому что вот у нас столько пациентов, это столько историй по зарядке, по подходу каждой батареи отдельной. И в том плане, что я не могу ходить с соткой, допустим, в руках, работать и записывать. И второе, если я ее повешиваю на лоб, ну, блядь, это будет, в Казахстане это будет выглядеть как-то, ну, не совсем красиво. Так. Здравствуй. А, привет, привет, задоси. Пойдет, вот телек взял, молодец. Я не стал мозги парить, блядь, вот всякие намазки, блядь. Ну-ну. Так, ну сейчас еще небольшой перерыв. Итак, блин, опять смысле немножко сбили. Ну, про камеру все понятно, да, друзья? Я при количестве моих подписчиков было бы нормально даже по 10 рублей. Камера стоит 35 с копейками тысяч. По 10 рублей, если б подписчики скинулись, я не ною, честно говоря, не в том плане, что кого-то принуждаю к этому. Ну, выложить свои деньги на, как моя супруга говорит, на свои цацки, на увлечение. Я не могу. Давайте вернемся к батарее. Ну, скрипя сердцем, придется эту батарейку отдать. Батарейка не совсем готова. Если не говорить, что она совсем не готова. 1,26 плотность. Легко. Сегодня, я думаю, что она легко бы вылезла на 1,28, но хозяину ничего не докажешь. И, честно говоря, не хочу доказывать. Придется отдать. Но ему надо ездить. Просто скажу ему, чтобы при любом удобном случае привез эту батарейку на дозаряд. Но это будет совсем другая история. В этом ролике я просто хотел показать и поделиться, как каким образом я работаю вот с такими глубоко просаженными батареями. Кстати, эта батарея, она стояла очень долго разряженной. Плюсом к этой батарее мне привезли Барса 2011 года, блядь. Я чуть со смеху не упал. По-моему, даже упал, блядь, со смеху. С напряжением 0,7 вольта. Я не стал даже откручивать пробки, говорю, ребята, давайте ерундой не занимайтесь. Если вам сильно нравится батарея, поставьте ее в сервант или куда-нибудь на видное место и любуйтесь ей. Либо просто сдайте, потому что вот эта ебла, она... Ну, я не волшебник, и таких чудес с 11-летней батареей, тем более с Барсом, не бывает. Пробки закоцканные. Так же, как и здесь, видим, пробочки закоцканные, то есть батарейку кто-то нырял неоднократно, и поэтому очень часто и очень плохо, вернее, очень плохо переделывать после того, как кто-то уже пытается зарядить, обслужить батарею в домашних, гаражных или каких-то других условиях. И после этого, да, плотность очень плохо поднимается. Вот тут в данном случае не импишка. Не импишка, это стоит уже пятый день. Пятый день я с ней работаю. И плотность в ней тоже удалось вытащить на 1,26. Ну, сегодня еще будет. Продолжение следует. Так, ну что, друзья,
Хочу пожелать всем добра, удачи в делах, благополучия, здоровья. А, вот так вот. Берегите свое здоровье и берегите свои батарейки. Всем пока. Друзья, вынужден сделать дописочку или дописечку к нашему ролику, потому как наш клиент температурищий так и не приехал, и я сделал еще парочку дозарядов, сам не стал ему звонить, потому как не в моих правилах отдавать не готовую батарею. И видим плотность 1.28. Тем хейперам, которые сейчас увидят другой поплывок, хочу сразу сказать, что да, поплывок другой, потому как тот поплывок очередной у меня разбился, вылетел, делал замер на улице и вылетел. Поплывок поверенный, так что хейп пресекаю на корню. Ну что, друзья, показатели вы этой батареи видели на утреннем замере. Не думаю, что они подвинутся в ту или в другую сторону после двух дозарядов. Батарея полностью исправна, полностью готова к работе. И со спокойной совестью и со спокойной душой я теперь могу ее отдать своему клиенту. Сейчас я ему буду звонить сам. Пусть приезжает и забирает свою батарейку. Ну, а на этом теперь ролик у нас закончен. Всем добра, удачи, берегите здоровье и свои батарейки. Пока-пока.